Приветствую вас, уважаемые зрители моего канала. Сегодня у нас воскресенье, солнечное, очень хорошее воскресенье. Сегодня точно воскресенье, в отличие от прошлых разов, когда я путал дни. 20 мая. Сейчас мы с вами отправляемся на... какой? На четвертый велопробег в этом сезоне. Сегодня мы с вами поедем по Аль-Фараби от Нур-Летау, как обычно, в сторону парка президента, как мы многократно делали в прошлом году, но мы... не доедем до парка, мы на Жароково разворачиваемся по Аль-Фараби обратно, спускаемся, доезжаем до Весновки и поднимаемся к комплексу международных вот этих трамплинов, которые у нас там на холмах стоят. И там финишируем. Поехали к Нур-Летау. Ну что, вот мы с вами уже на Нур-Летау, скоро будет дан старт. Вот сюда мы сегодня завершаем велопробег, вот там, у трамплинов, вот там. Thank you.
вами до финиша. Вот он, комплекс лыжных трамплинов. Вот такой вот проездик. Сейчас будут раздавать призы. Мой номерок сегодня 0425, свежий. Может, что-нибудь выиграет. 425. Тарелки, кружки, вилки, ножики. Там есть все, ребята. Можете показать всем, ребят, что есть у нас кого-то на море, поэтому вдруг кого-то привлекает. Забираешь его? Поздравляю, дайте руку под бок. Аплодисменты Улану, как можно вас, пожалуйста, на минутку поднимать. Ребят, давайте поаплодируем все город Екатерин. В особенности тут. Ух ты, тут есть креселка, я даже не знал. А, она только на спуск работает. Ну что? Набирает он свой велосипед для своего дедушки. Номерки закончились, я нифига не выиграл. Мой какой-то у меня 425-й номерок, нифига не выиграл. В общем, вот такой был сегодня прокатик у нас. Спасибо, что смотрели нас. Всего вам доброго. К вашему сожалению, на этом марафон подарков закончился. Дело пробег подошел к своему логическому завершению. Все те, кто, ребят, еще не хочет дома, хочет насладиться зрелищем, приглашаем на трамплин Зубкари.